полностью обеспечим потребности Турецкой Республики. И готовы вместе продвигать, ну вот, как господин президент настаивает, и Черноморской инициативе вернуться, поставлять, значит, вместе с Турцией, с Катаром, беднейшие страны. Ну и самостоятельно начнем сейчас беднейшим странам 25-50, поскольку 50 миллионов, да? От 25 до 50 миллионов тонн будем поставлять в 6 стран африканских бесплатно. Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства. И, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Ну, все. Теперь мы говорим, мы не против этой сделки. Мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания. Русьянин girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şu an itibariyle Karadeniz tahıl koridorundan en az gelişmiş fakir, garip kuraba Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Ama buradan çıkacak tahılın %44'ü Avrupa ülkelerine giderse buna tabii haklı olarak Rusya olumlu bakmıyor.